Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся в клинике DETSI Clinic с главой клиники, профессором, доктором медицинских наук Михаилом Ривкиным. Михаил практикует на курорте уже с 96 года, более 20 лет, и занимается лечением пациентов. Онкологическим лечением пациентов с различными заболеваниями, которые имеют показания для... Какие заболевания приезжают пациенты на мертвое море? Ну, основные, скажем так, три группы заболеваний, которые имеют показания для приезда на мертвое море. Мы называем первую группу, основная группа заболевания, это заболевания кожные. В этой группе заболевания представлены, конечно, псориаз, распространенный псориаз, очаговый псориаз, заболевания атопический дерматит или нейродермит. Это основные заболевания по кожной патологии, которые имеют показания. Далее, опорный двигательный аппарат, безусловно, вода мертвого моря, грязи лечения, это артриты, различные этиологии, в том числе и ревматоидный артрит. То есть остеохондроз позвоночника всеми любимый, да? Куда от него деться. Далее, артроз, артриты, ну и заболевания, конечно, вертеброгенные, то есть заболевания позвоночника. Протрузии дисков, грыжопатии, грыжи дисков и так далее. И третья группа заболеваний – большое заболевание органов дыхания. Это прежде всего бронхиальная астма, хронические рецидивирующие бронхиты, хронические рецидивирующие, часто повторяющиеся пневмонии и ЛОР. ЛОР-патология, ЛОР-заболевания. Это основные три группы. Ну и, безусловно, есть еще четвертая группа, которая лечится, скажем так, имеет показания на всех курортах. Угу. Заболевание – это антистрессовая терапия. Это, можно сказать, не заболевание, а какие-то пограничные невростении, нарушения сна и так далее и тому подобное. Вот такие основные такие метки, которые я хотел. Достаточно большие группы, да, и я так думаю, большое количество методик, которые вы применяете, они различны, в какой-то степени сходны, да, при этих группах, которые применяются. Да. Что это за методики и какие процедуры может получить пациент с заболеваниями кожи в DETSI Clinic? Мы вообще говорим, что основной метод лечения на мертвом море – это преформированный фактор курорта. То, что есть на мертвом море. То есть вода мертвого моря, понятно, купание в воде мертвого моря, грязи лечение, пилоидотерапия, возможно, талассотерапия немного. Ну и, конечно, климатотерапия мертвого моря. Уникальный климат мертвого моря. Солнце не обжигающее, потому что мы находимся во впадине минус 400 метров, поэтому ультрафиолет здесь слабее, а лучи, жесткий спектр излучения сюда не доходят, доходят только Б-излучение. Поэтому мы часто говорим, что на мертвом море сгореть невозможно. Безусловно, если пациенты приезжают беленькие, с белым, с первым типом кожи, можно получить эритемную дозу, красноту. Но я более 20 лет на курорте, я могу сказать, что ни одного случая я не видел до, так сказать, до пузырей, до волдырей, чтобы сгорали, как на других курортах. Это как раз уникальное место мертвоморское, где нельзя сгореть. Ну и вода мертвого моря. Такой насыщенный минеральный состав, который представлен в воде мертвого моря, нет нигде на планете. 33% солей за счет магния, хлорид магния, вся таблица Менделеева растворена в воде мертвого моря. И вот эффект невесомости, который испытывает пациент, мы это как раз и используем для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, ну, коим является грыжопатия и так далее и тому подобное. Грязелечение – уникальная процедура, грязь мертвоморская уникальна, в общем-то, всем. Королева процедур на курорте, там, где есть грязь, это все-таки грязи, поэтому грязь мертвого моря мы используем и рекомендуем использовать эти процедуры, как правило, при всех патологиях, которых я перечислил. Мы находимся у мертвого моря, где пациенты получают основные процедуры. Это солнечные ванны и морские купания, ванны, морские купания. Ванны, купания в воде мертвого моря. Расскажите, как это проходит и почему это все же так полезно? О свойствах воды. Безусловно, это полезно. Но я хочу сказать, что есть небольшие ограничения, поэтому я в начале нашей беседы все-таки хочу подчеркнуть, что вода мертвого моря – это необычная вода других морей и океанов. Вода мертвого моря имеет в своем составе 33% солей. Это достаточно много. Я вам даже скажу немножко, может быть, по-другому, чтобы было понятнее. Если воссоздать в домашних условиях воду мертвого моря, концентрацию воды мертвого моря, то нам надо на ванну. Обычная домашняя ванна вмещает 150 литров, засыпать мешок 50 килограмм соли. Вот так, наверное, становится более понятно, насколько насыщена вода мертвого моря. Поэтому есть ограничения для принятия морских купаний. Мы рекомендуем в воде мертвого моря находиться не более 15-20 минут. 2-3 купания за день можно совершать, то есть как бы час
это время, которое надо поделить на несколько равных частей. Через 15-20 минут после купания необходимо обязательно ополоснуться под душем, не обязательно смывать это мылом, какими-то моющими средствами. Все пляжи на Мертвом море оборудованы душевыми. Почему? Потому что есть вероятность раздражающего действия воды на кожу, если не прислушиваться к рекомендациям доктора и долго находиться в воде. Поэтому 15-20 минут достаточно. Что может быть? Может быть, даже почесуха. Может быть, эффект, так сказать, скажем так, химической потницы. От солей Мертвого моря. Гипернасыщенный раствор. 33%, как я уже сказал. Поэтому 15-20 минут – это достаточно время экспозиции для нахождения в воде Мертвого моря. 15-20-30 минут можно отдохнуть, полежать на лежаке или на полотенчике прямо непосредственно на пляже. Потом опять зайти в воду. И вот мы с вами посмотрим, как пациенты, тоже очень интересно, посмотрите, как пациенты купаются в этой воде. Значит, как поплавки, да? Как поплавки находятся в воде или лежа на спине. Вода за счет своей плотности подбрасывает на поверхность. То есть мы с вами испытываем эффект невесомости. Ни с чем не сравнимое чувство. И, в общем-то, нигде это в мире невозможно повторить. Именно в воде Мертвого моря. Посмотрите, вес нашего тела в воде Мертвого моря равен всего 150-200 грамм. То есть происходит разгрузка опорно-двигательного аппарата. Это уникальное море на самом деле. Посмотрите, проблемы с грыжами, проблемы с протрузиями, с пролапсами дисками, проблемы различные органов опорно-двигательного аппарата верхних и нижних конечностей. Происходит разгрузка всего тела. Посмотрите, как пациенты в данном случае, как она парит над поверхностью воды. В общем-то, даже так можно сказать, да? Смотрите. Очень интересно. Это, на самом деле, уникальная вода. Вот. Поэтому мы, конечно, предлагаем и всех направляем именно на Мертвое море получить весь этот комплекс уникального природного заповедника. Для пациентов с заболеванием дыхания тоже главным является климатотерапия. Климатотерапия. Воздух сухой, насыщенный минералом. Достаточно чистый, потому что это заповедная зона Мертвого моря. Здесь нет никаких особых загрязняющих факторов. То есть дороги практически с каким-то крупным магистралем здесь нет. Никаких заводов, никаких фабрик. Вообще заповедная зона. И на самом деле заболевание органов дыхания лечится здесь хорошо. Климатология в основном. Климатотерапия. То есть основное лечение это... Основное лечение все-таки это... климатические факторы. Но уже, чтобы нам создать какой-то комплекс лечебный, мы уже, конечно, используем различные процедуры. Против псориаза мы используем в основном, конечно, натуральные факторы, безусловно. Гормональное лечение на Мертвом море мы не используем никак, потому что достаточно минералов, достаточно различных кремов, мази с минералом Мертвого моря. Первая процедурка, мы используем, конечно, пилинг солевой. Это нами такая любимая, основная процедура. Не только нами, и пациентами. Да, пациенты очень любят эту процедуру, потому что приезжает с псориазом различного поражения. Конечно. И нам надо немножко очистить кожу, прежде чем пациент пойдет на море, прежде чем будет получать солнечные и воздушные ванны. Поэтому мы очищаем соли Мертвого моря в маслах, в бальзамах. Приятная процедура. Поверьте мне, пациенты очень любят эту процедуру. Кто приезжает неоднократно, сразу же заказывает эту процедуру, потому что без нее, может быть, мы не можем начинать лечение солнцем, лечение морем. Даете ли вы какие-то рекомендации перед тем, как ехать пациенту? Стоит ли им как-то подготовиться? Ведь многие из них получают лекарственную терапию, в том числе и... Да, и гормональные препараты. В основном пациенты с хроническими дерматозами. Да, мы рекомендуем, конечно, за 1,5-2 месяца не использовать, по возможности не использовать или понизить дозы гормональных препаратов. Потому что использование гормональных стероидных препаратов и фототерапия солнца как бы противопоказано. Мы можем получить обратный эффект. Или синдром отмены. Если пациент использует гормональные стероидные препараты длительное время, и мы ему говорим, что надо прекратить, сюда пациент приезжает, синдром отмены, то есть, наоборот, псориаз будет активизироваться, тоже очень сложно за эти 2-3 недели добиться какой-то ремиссии. Поэтому должно быть постепенное снижение или по рекомендации своего лечащего врача использовать какие-то другие препараты, уже не стероидные, заменяющие стероидные препараты, чтобы по приезду на Мертвое море получить больше эффекта. Что касается ревматологических заболеваний, то, конечно, мы рекомендуем приезжать не в активной фазе. Обязательно. То есть клиника такой небольшой, хотя бы лабораторная ремиссия более-менее, потому что, конечно, в активной фазе очень сложно использовать и грязелечение, даже имеется противопоказания, вот поэтому как-то так есть ограничения.
Применение преформированного фактора предполагает, конечно же, сезонность именно для такого климатического курорта, как Мертвое море. Какие бы вы рекомендации давали пациентам вот, различных групп заболеваний, как заболевания кожи, заболевания дыхательной системы? В какое время, при каком заболевании лучше приехать? В какой сезон, в какие месяцы? Ну, в основном, конечно, мы всегда говорим, что курорт Мертвое море – круглогодичный курорт. Но есть небольшие ограничения. То есть пациенты с сопутствующей патологией, например, с высоким артериальным давлением, безусловно, в жару приезжать им сюда не стоит. И мы исключаем. Поэтому мы исключаем летние месяца. Это июнь, июль, август, может быть, начало сентября. Потом уже температура падает и более-менее становится нормально в плане климата. Вот. А по псориазу мы, конечно, рекомендуем, когда много солнца, много солнечных дней. А на Мертвом море достаточно много солнечных дней. Дождей здесь практически не бывает. Мы говорим 7-10 дождливых дней за год. То есть можно всегда приехать на Мертвое море и заведомо уже зная, что будет солнце. Ну, может быть, 1-2 дня облачных. А круглый год, ну, может быть исключить январь, там, январь-февраль, когда температура даже в январе-феврале может быть плюс 20 градусов на Мертвом море, минимальная плюс 15. Я меньше здесь как-то не испытывал на Мертвом море. 20-22 – это такая температурка, которая очень приятная, благоприятная для лечения, нахождения пациентов с любыми патологиями. И бронхолегочных заболеваний, и заболевания кожные, и заболевания опорно-двигательного аппарата. Конечно, вода в Мертвом море остывает. Она зимой не имеет ту температуру, которая сейчас 28-32 градуса. Но каждый отель на Мертвом море имеет бассейн с подогреваемой водой Мертвого моря. Поэтому можно принимать морские ванны именно в любое время года. Поэтому рекомендуем приезжать. Как мы уже подчеркнули, лечение комплексное. Климат – это главный фактор. Да, климатотерапия. Процедуры. И процедуры. Что есть в арсенале клиники Детси Клиник? Что можно использовать? Достаточно большой перечень процедур, которыми мы располагаем, которые мы можем, в общем-то, применить для лечения той или иной патологии. Скажу вам так, наверное, где-то около 100 видов различных лечебных процедур клиника имеет в своем распоряжении. Это и талассотерапия, это и физиотерапия, это и классические различные виды массажей в том числе, ну и, конечно же, консультации докторов по различным проблемам, лечебная косметология и нелечебная, в общем-то, косметология. Процедуры на красоту тела, почему нет? Пациенты приезжают, и женщины, и мужчины хотят за это время что-то сделать с лицом, что-то сделать со своим телом. Поэтому, в общем-то, и обертывание, и укутывание, и различные виды массажа, конечно, входят в эту лечебную программу. Да, это мы все можем предложить пациентам. Клиника расположена непосредственно на побережье Мертвого моря. Пациенты, часто приезжая сюда на Мертвое море, хотят где-то позагорать. Люди, страдающие псориазом, хотят раздеться догола и позагорать. Где же пациент может позагорать голым, так и скажем, да? Потому что, Но это же не просто желание, это же необходимость. Это одна из необходимостей лечебного воздействия. И на Мертвом море, только на Мертвом море можно получить такую услугу. Да? Это место называется солярием. Но мы должны с вами понимать, что это не закрытые помещения с искусственными источниками там, ультрафиолетового излучения, а это естественные природные факторы Мертвого моря, то, что мы используем. На Мертвом море, вот мы находимся в здании соляриума, скажем так. Клиника находится в здании соляриума. И пациент, получая процедуры в клинике, здесь же выходит непосредственно, проходит в солярий, где может раздеться, есть мужская половина и женская половина, раздеться догола и получить солнечные ванны, потом выйдя непосредственно на берег Мертвого моря и получить уже, так сказать, бальнеотерапию или купание в воде Мертвого моря. Это очень, на самом деле, очень удобно, особенно пациенты, которые страдают псориазом, именно зная, что на Мертвом море в Израиле можно вот так вот великолепно и полечиться, и отдохнуть. И это очень-очень-очень-очень... Большой плюс. Большой плюс именно нашего здесь лечения на Мертвом море. Именно пациентов с кожной патологией. Безусловно, конечно же, солнце, в общем-то, не вредное, но как бы оно достаточно теплое, да, а в весенний, летний, осенний период оно и жарко, поэтому надо, конечно же, на голове иметь панамку, на голове иметь шляпу, чтобы не получить термический
Тепловое... Тепловой удар, скажем так, да, безусловно. И пить побольше воды на Мертвом море. Это обязательное условие для всех, кто приезжает на Мертвое море. Мы каждую консультацию, каждый доктор, который проводит первичную консультацию, и потом уже консультации в период нахождения в клинике, обязательно проговаривает, что на Мертвом море надо пить много жидкости. Мы рекомендуем прибывающим на Мертвое море пить до 3 литров в день. Почему? Потому что климат достаточно сухой. Влажность сегодня, вот сегодня температура, мы посмотрели на градусники, да, которые имеются на Мертвом море, 33 градуса, но влажность всего 18-15%. А мы все-таки вдыхаем воздух сухой, а выдыхаем воздух увлажненный. И замечено, и посчитано, что на Мертвом море отдыхающий, скажем так, да, кто приезжает на Мертвое море, теряет литр только через дыхание. Поэтому необходимо еще 1,5-2 иногда литра для остальных, для других нужд, скажем так. Поэтому вода Мертвого моря и питье – это очень главные, скажем так, постулаты, условия нахождения в воде Мертвого моря, соблюдение правильного режима нахождения на нашем курорте. Это главные условия, чтобы забрать все самое хорошее и не получить каких-то неприятностей от нахождения. Дорогие друзья, надеюсь, что так много проговоренной врачами об этом говорится на курорте. Вы будете соблюдать эти несложные правила для того, чтобы не получить нежелательные эффекты. Конечно, существуют противопоказания для посещения курорта. Кроме общих противопоказаний, о которых многим известно, можно перечислить, конечно, их, может быть, есть еще какие-то? Из противопоказаний мы можем только единственное, что отметить, может быть, перенесенный инфаркт миокарда или инсульт, геморрагический инсульт. Не ранее, чем через полгода можно менять климатический пояс, тем более менять климат, если вы приехали из страны, где климатические условия отличаются от условий Мертвого моря, безусловно, на 20-25 градусов разницы температуры. Это давление на Мертвом море всегда относительно других городов, которые расположены выше нулевой отметки. Угу. Мы же находимся на высоте, мы находимся, наоборот, впадине. В впадине, минус 400 метров, поэтому люди с высокими цифрами гипертонической болезни, тоже надо подумать, может быть, в какие-то месяцы не приезжать на Мертвое море. Ну, всегда надо посоветоваться со своим лечащим врачом, безусловно. Поэтому мы отмечаем все-таки это инсульт, инфаркт миокарда, онкологические заболевания. Безусловно, не в ходу онкология, которая уже имела место быть, и пациент получал лечение по онкологической проблеме, а потом, там, не ранее, через там, несколько лет, он может приехать на Мертвое море. Если врач скажет, лечащий врач, что тебе инсоляция, то есть загорать нельзя, значит, это на самом деле нельзя. Хотя я могу сказать, что на Мертвом море из-за того, что мы находимся во впадине, поэтому здесь солнечное излучение достаточно мягкое, жесткого спектра. Здесь нет А-лучей жесткого спектра излучения, Б-лучи. Вот. Поэтому, в принципе, если пациент в истории имел онкологическое заболевание, он может приехать на Мертвое море. Вреда-то никакого не будет. Ни от воды Мертвого моря, ни от солнца. Если сидеть, конечно, под грибком, принимать, так сказать, должно быть дозировано. Все дозировано, безусловно. Сам климат, сам воздух, он очень полезен. Очень полезен для пациентов с любой патологией, в общем-то. Ну и, конечно же, ограничения, возможно, мы рекомендуем по детскому возрасту. Мы рекомендуем, конечно же, деткам до 6-летнего, 7-летнего возраста, чтобы они не приезжали на Мертвое море, чтобы мамы их не привозили. Потому что все-таки вода Мертвого моря очень достаточно соленая, это насыщенный, гипернасыщенный раствор. Вот, поэтому могут быть различные неприятные... Нежелательные неприятные последствия, если ребенок маленький, и он получит через дыхательные пути эту воду. Поэтому все-таки ребенок 6-7-летнего возраста уже более, так сказать, способен понять, осмыслить и будет более послушен с родителями, ну, чтобы не получить никаких неприятных в этом плане эксцессов. Вода Мертвого моря, она только для наружного применения. Поэтому никаких минеральных вод... Для питья, как имеют курорты, где есть минеральные воды, да, различные, в различных странах, здесь нет. Поэтому заболевания желудочно-кишечного тракта, безусловно, не имеют прямых показаний для лечения на Мертвом море. Это можно тоже сказать, что заболевания, может быть, эндокринной какой-то такой патологии, женской патологии,
тоже условно показаны для нахождения на нашем курорте. Но с какими гинекологическими? Вообще не приезжают с гинекологическими? Ну, если это, скажем так, доброкачественные какие-то опухоли органов, да, малого таза, ну, мы не рекомендуем, в общем-то, лишний раз получать инсоляцию. Тем более процедуры грязи, лечения, где всегда противопоказаны, да, понятно. Угу. Это на всех курортах всегда спрашивают. Заболевания щитовидной железы, гипо- или гипертиреоз. Угу. Тоже инсоляция лишней недостаточно. Нельзя ее использовать. Поэтому надо очень ограниченно подходить к этой категории пациентов. То есть все же, когда пациент приезжает на Мертвое море, военбакек, лучше иметь рекомендации в письменном виде лечащего врача, заключение врачебное. Да, как правило, эта форма, она похожа на ту форму, которая была, это санаторно-курортная карта, где есть определенные анализы, где врач здесь на курорте может уже посмотреть, чтобы не заниматься дополнительным исследованием, не терять время, если пациент приехал на короткое время. Где есть анализы, где есть те лечебные проверки, которые были проведены ранее, предположим, да, и уже рекомендации врача, семейного врача или участкового врача. Когда пациент приезжает на курорт, и у него недостаточно медицинских исследований, какие есть возможности? Вы сотрудничаете с какими-то лабораториями, диагностическими? Как это происходит? Безусловно, если пациент не обследованный, и ему мы рекомендуем провести чекап, проверку, общую проверку, то мы здесь можем это провести, мы вызываем лабораторию, она приезжает к нам и проводим различные лабораторные исследования. За дополнительную оплату? Да, безусловно, конечно. Да, безусловно, дополнительная оплата. Вот. Ну, можем здесь провести чекап. Мы говорили сейчас, диалог зашел о детях. Это очень такая волнующая тема, потому что дети страдают псориазом, в том числе, да, и да, атопическими дерматитами. Да, нейродермитом, атопическим дерматитом, да. С 6-летнего возраста, возможно... С 6-7-летнего возраста мы говорим, что можно приезжать с детьми, безусловно. В условиях клиники какие-то процедуры ребенок может получить? Да, безусловно, есть процедуры, которые он может получить в условиях клиники. Почему нет? Угу. Да, безусловно. Дерматологические процедуры. Это возможно. Да, какая-то ограниченная физиотерапия, то, что можно провести. Лечебные массажи. Это возможно. Талассотерапия, безусловно. По грязи лечения мы смотрим, конечно. Детей с младше школьного возраста, конечно, есть ограничения, безусловно. Вот. Это все мы проводим, конечно. Индивидуально, все индивидуально. Пациенты с заболеваниями позвоночника, грыжи. Остеохондроз. Да, дегенеративные заболевания. Дегенеративные заболевания позвоночника. Вертеброгенные заболевания, да, дегенеративные заболевания позвоночника. Назначение. Мы рекомендуем приезжать пациенту уже подготовленным, имея с собой снимки. Компьютер томографии, магнитно-резонансная томография, где мы здесь можем посмотреть. Пациент может на диске привести? Да, может на диске привести, может привести снимки. И мы можем посмотреть и даем, безусловно, используем это в назначении процедур. Специалисты, которые работают в клинике, в штате, какие врачи, каких специальностей работают? Ну, так как мы имеем показания для курорта, безусловно, здесь есть дерматолог, есть ортопед, есть врач-физиотерапевт, есть врач общего профиля, это терапевт. Мы приглашаем врача-диетолога, есть возможность. Ну, вот это основные специальности. Расскажите о дерматологе. Я знаю, что этот специалист работает уже, имеет стаж работы уже более 40 лет. Ну, много лет, да. Дерматолог женщина, поэтому так немножко опустим, сколько лет, но большой стаж работы. Ну, хочется подчеркнуть, что профессионализм. Да, профессионально. В клинике она работает более 15 лет, доктор Эльза, мы так называем. И она достаточно профессионально смотрит пациентов, осматривает, дает рекомендации и проводит процедуры непосредственно доктор-дерматолог. Это очень важно. Да, какие-то всевозможные аппаратные процедуры, которые имеет ее кабинет, оснащен ее кабинет, поэтому доктор-дерматолог проводит сама. В том числе аппаратное лечение. В основном сама, да, аппаратное лечение, конечно. Фотолечение, назначение даже обычной... Пувотерапия – это назначение врачебное. Пувотерапию мы также проводим на курорте Мертвом море, но, может быть, не классическую пувотерапию, без дачи препаратов химических, но, в общем-то, часть пувотерапии мы проводим. Почему? Потому что все-таки иногда в зимний период пациенты с псориазом все равно приезжают на Мертвое море, ну и нам надо дать хорошую солнечную какую-то дозу, поэтому мы совмещаем пувотерапию ультрафиолетом определенного спектра. Такой же спектр, как, в общем-то, содержит и солнце на Мертвом море. Это значительно повышает эффект? Повышает эффект, безусловно. Да. Те 3-4-5 часов пребывания на солнце, как бы пациент получает и совместно с ультрафиолетом, с ультрафиолетовой лампой. Какие сроки считаются оптимальными для нахождения на курорте?
с целью лечения? По срокам можно так немножко разделить, да? Какой оптимальный срок для нахождения на нашем курорте? Для того, чтобы приехать, возможно, отдохнуть, да, пациентам, например, с нарушением сна, может быть, достаточно и неделю. Но с хроническими заболеваниями, безусловно, требуется 2, а иногда 3 и 4 даже недели пребывания на Мертвом море. Невозможно псориаз, пациент, страдающий псориазом, приехал на Мертвое море, где недельку позагорал, сделал процедуры и полностью кожа очистилась. Безусловно, нет. Есть этап, да, восстановления кожных покровов. Поэтому для именно против псориаза мы рекомендуем 3-4 недели. Это, наверное, оптимальный срок пребывания на Мертвом море. Также заболевания органов дыхания, заболевания опорно-двигательного аппарата. 3 недели. Ну, классика курорта 21 день, 24 дня. Мы это понимаем, что это было сделано неспроста, да, это все было, в общем-то, выверено уже и годами, чтобы потом получить ремиссию хронического заболевания. Хотя бы там на полгода, год и снова приехать к нам, потому как подходы мы рекомендуем 2-3-4 раза приезд на Мертвое море для более лучшего исхода, более лучшей ремиссии заболеваний различных проблем. И кожных проблем, и тем более опорно-двигательный аппарат. В штате есть врач-ортопед, который проводит также врач-ортопед процедуры. И врач-остеопат. Угу. Остеопатическая коррекция позвоночника сейчас очень востребована. Врач-остеопат – профессионал высокого уровня, преподаватель остеопатии в Израиле. Угу. Вот, поэтому он проводит и консультативный прием, то есть консультирует пациентов и проводит сеансы остеопатической коррекции. Какие-то процедуры он проводит или под его участием? Он проводит самостоятельные процедуры остеопатической коррекции и также процедуры на декомпрессии, угу. То, что используется, как бы мы говорим, вытяжение позвоночника. Мы с вами присутствуем на выполнении сейчас процедуры сухого вытяжения или декомпрессии позвоночника. Пациенты, приезжающие на Мертвом море, часть из них страдает заболеваниями вертеброгенного характера, заболеваниями позвоночника. Это и сколиоз позвоночника, и протрузия или пролапсы дисковые, или грыжевые выпячивания, межпозвонковые грыжи позвоночника. Так часто встречающиеся патологии в сегодняшней, ну, в сегодняшней нами жизни, потому что гиподинамия, ну что да. делать, к сожалению, дает не улучшает. Дает свои нежелательные последствия. Да, имеет последствия. Вот. Эта процедура безболезненная абсолютно. Пациент лежит на кушетке, определенным образом у него фиксируются грудной и поясничные отделы, если ему надо сделать вытяжение пояснично-крестовой области. Вот. И компьютер, в данном случае аппарат компьютерного вытяжения, где закладываются определенные параметры, именно индивидуальные параметры данного пациента, и уже в автоматическом режиме происходит такое вытяжение поясничного отдела позвоночника. Можно также проводить процедуры с вытяжением шейного отдела позвоночника при таких же дегенеративных процессах в шейном отделе. Все для этого есть, приспособления все есть. Процедура занимает 25-30 минут. Как я сказал, она абсолютно безболезненная. После этой процедуры можно пройти на другие процедуры, например, грязелечение или массажные какие-то процедурки сделать. Также можно пойти в Мертвое море покупаться. Ограничений никаких не существует. 10-12 процедур – это считается хороший курс для восстановления позвоночника. Как правило, пациенты, страдающие грыжами позвоночника, знают, что вес, рост потихонечку у них уходит. То есть, если пациентка знала свой рост, там, например, 165-170 сантиметров, и она знает, что на 2-3 сантиметра она стала, так сказать, меньше, да? Ниже. То после процедуры вытяжения можно эти 2-3 сантиметра добавить. Это на самом деле реально. То есть и компрессия в данном случае уйдет. Компрессия корешка. Мы делаем декомпрессию. Мы делаем обратную физиологическую функцию. Вот такая процедура. Михаил, я благодарю вас за такой интересный диалог, рассказ о клинике и о возможностях, какие есть у клиники. Я думаю, что теперь многим стало понятно, как происходит лечение, что нужно для того, чтобы приехать на курорт, как нужно подготовиться к поездке. Спасибо большое. Я, в свою очередь, приглашаю всех пациентов, всех людей, которые хотят увидеть прежде всего, кто еще не был на Мертвом море, увидеть курорт Мертвого моря,
попробовать мертвоморские, мы называем это, процедуры. Да? На самом деле они очень приятные и очень эффективные. Поэтому я приглашаю всех к нам на Мертвое море. С удовольствием их ждем и дадим им возможность почувствовать себя немножко, так сказать, спокойнее, уравновешеннее. Да? Но это на самом деле очень нужно.